это. Роман из Санкт-Петербурга ждет давно. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений, вот такой вопрос мне интересный к вам. О Владе Листьеве. Вы участвовали в передаче «Битва экстрасенсов» с дочкой, да, Владислава. Вот, где был назван заказчик убийства. Расскажите поподробнее. Просто, ну, действительно, это интересно, что такие люди существуют. Насколько чист эксперименты и вообще... Вы знаете, это загадочная история с экстрасенсами. Я не знаю, как они это делают. Ну, были удивительные вещи. То есть это либо фантастическая какая-то подготовка, такая, как обычно вот в этих голливудских боевиках, когда там, ну, просто все вот как-то, ну, невероятно. Либо действительно люди существуют с какими-то вот этими способностями. То есть я был там, ну, поражен в каких-то моментах. То есть реально частота проекта, да, есть там? Ну, я не знаю. Никаких подставных историй. Ну, я этого заранее. Я не заметил. Я вот этого не заметил, то есть я был вот, ну, впечатлен. Как они это делают, я не знаю. То есть это либо действительно очень сильно как-то прорабатываются эти вопросы. Потому что у меня подозрение закралось, потому что в день, когда была назначена съемка, у меня образовались, ну, у самого моторы. Я решил отказаться, я говорю, позовите Мукусева. Он охотно пойдет, он знает гораздо лучше Влада Листьева. Моторы — это свои съемки образовались, да, Евгений, да. Работа. Образовалась работа. И они сказали, нет, мы вас будем ждать столько, сколько надо. И меня ждали 7 часов. Вот это меня, вот я так чуть-чуть насторожился. Мне кажется, что какая-то вот готовили что-то под меня. Но действительно фантастические вещи. То есть там так угадывали как-то вот. Ты какие-то новые вещи для себя открыл после этого? Какая-то правда прояснилась? Ну да, нет. Ну, по сути, ты знал сам очень многое. Нет, ну там вот я сам собственными руками менял порядок фотографий на такой, там, на шнурке. Нигде никаких камер, зеркал я не видел, и они угадывали. Ну, там на фотографии был вот Влад Листьев, и там одна из фотографий сказала, что этого человека, он был очень знаменитый и любимый, всеми его убили, наверное, это Джон Леннон. Сказал, ну, действительно, очки, действительно, в том же возрасте примерно тоже застрелили. То есть он в другой, конечно, был совершенно отрасли, но, ну, вот эти вещи на меня произвели впечатление, поэтому имя заказчика не прозвучало, сказали, что это человек Михалыч, сказали так. А что это за Михалыч? У нас Михалыч столько в стране, что под это определение... Ты можешь, да, говорить, я пока покажу фотографии, да, их у тебя в книге немного, но есть фотографии, в том числе связанные с Владом, конечно. Да, да, это вот Саша Астафьев, с которым я работал в МК, он возглавлял отдел, фотоотдел в МК, и они служили вместе с Владом, и он делал вот эти знаменитые армейские фотографии с Листьевым. Вот это такое селфи, это вообще когда селфи не было, он селфи сделал с профессионального аппарата, очень редкая фотография, он мне для книжки специально ее передал. Здесь фотографий немного, но есть очень много фотографий редких, которые раньше не публиковались.